Russian President Vladimir Putin has addressed a gathering in the Kremlin to announce the formal annexation of four Ukrainian regions. Живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда. Россия здесь навсегда. Что Россия здесь навсегда. Всегда Россия здесь навсегда. Россия здесь навсегда. Навсегда. Приступайте к отводу войск.